Вот за что я люблю Грейс. За все. Абсолютно за все, товарищи. Поддержим. И ваш край богат талантами. Вчера ночью я, не обнаружив таланты в этом зале, нашла их в зале напротив. И как только я вышла туда, я увидела 4 мужских глаза. 4. Поприветствуем. Ты не один. С тобой Всевышний разум и цель, и путеводная звезда, а хрупкая физическая ваза исчезнет снова, так же, как всегда. И белый ангел, твой путеводитель, в лампаде тусклой масло обновит. И некто, твой кармический учитель, губами тихо буквы шелестит. Ты не один, твоя душа прекрасна, в ней трепет листьев, грезы и дожди. И пусть не будет смерть над нею властна, увидишь солнце, просто подожди. Ты не один, с тобой мироздание, и ветер, звезды, птицы и луна. Ты выдержишь любое испытание, ты не один, мы не одни. Ты не одна, детка, ты не одна, не одна, не одна. Уходит в надежные руки. Стихотворение называется «Не смейте обесценивать себя». Все эти полтора дня в прекрасном старинном городе Астрахань я наблюдаю, как женщины обесценивают себя. Они постоянно говорят вслух, что они не очень, что у них бизнес не очень, что у них что-то не получается. И так забудьте это все, девчонки, вы прекрасны. И мы запишем себе «нравится», «может», «абсолютно», «все», просто «все», «абсолютно», «может нравиться». Вы даже не представляете, что вы источник всего в этой жизни. Вы и есть источник жизни, как можно себе обесценивать. И следующее стихотворение называется «Не смейте обесценивать себя». Не смейте обесценивать себя, как антикварщик, скрипку Страдивари. Ведь если ты не очень, то тебя творил тот Бог, который сам бездарен. Не смейте говорить себе «боюсь, я не смогу, уже немного поздно». И если ты испытываешь грусть, не будь таким уж важным и серьезным. Жемчужины минуты не поднять, что укатились в щель под дно комода. Дни, улетевшие, как листья, не собрать и не вернуть потраченные годы. Не смейте обесценивать себя, вы Божья милость в центре мироздания. И против, вот, неистово гребя, я повторяю, словно заклинание. Не смею, не смею, не смею, не смею обесценивать себя. Не смею обесценивать себя, не смею, не смею обесценивать себя. Я бы хотела увидеть души, не слепнуть от длинных густых ресниц. Я хотела бы их шепот слушать, будто бы шелест книжных страниц. Я бы хотела увидеть мысли, не ошибаться в черных сердцах. Если какие-то души прокисли, сразу б читала это в глазах. Я бы тогда сократила время, жизнь сохранила от пустоты. Стало бы деревцем каждое семя, а не только мечты, 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 мечты. Я бы хотела увидеть души, я бы хотела увидеть души, я бы хотела увидеть души. И уходит в надежные руки стихотворение «Души» в надежные руки очкарика. Иногда некоторые люди изнуряют себя безответной любовью. И у меня есть стихотворение, которое называется «Одной любви не хватит двум сердцам». Непочтительно ко мне и холодна, а я, ища намеки страстной дружбы, с твоим бесплотным образом нежна, и голос разума надорван и простужен.
ищу, стучу, просвета нет лучам, которые казались мне живыми. Одной любви не хватит двум сердцам, взаимности не будет между ними. Не может литься лишь один поток, иссякнет он, высушивая сердце. Нависнет низко жуткий потолок, о стенах не останется ни дверцы. И в этом склепе вдруг увидишь сам, что чувство все в тебе лишь обитало. Одной любви не хватит двум сердцам, пустому сердцу вечно будет мало, вечно будет мало, пустому сердцу вечно будет мало, товарищи! А ну, дарю, отрывайте пирожок и забирайте. Бессмертное произведение Натальи Грейс посвящается всем страдальцам любви, которые любят страдать и орошать подушечку слезками, и раны свои расцарапывать, и посыпать их солькой и перчиком, а также не слезать с дохлой лошадушки по нескольку годочков. Стихотворение на тему садо-мазо, так и называется «Мазохист». Ха! Не тянитесь к тем, кто вас не любит, поверните в сторону глаза. Тех не грейте, кто не приголубит, кто для вас бесплодная лоза. Проводите их улыбкой долгой, не печальной и без слез не злой. Пусть они плывут, как лодки Волгой, к берегам иным, к себе домой. Не стремитесь к тем, кто вас не помнит, не бросайте сердце к их ногам, не потейте в их каменоломнях, не мечтайте сжаться к их устам. Жизнь чужая вашу кровь не вспенит. Разверните новый чистый лист. Не цените тех, кто вас не ценит, если только вы не мазохист. Алла-элла. Стихотворение называется «Веснушка». Веснушки были как снежинки, мгновенный фотокадр в метель. Одна из них обворожинкой нашла в устах свою постель. Но не растаяла веснушка, сдружилась с ласковостью губ и кружит малою печушкой, роняет листья шумный дуб. Веснушки рыжие, снежинки осенних листьев карусель. Одна из них обворожинкой влетела в сердце, как в тоннель. Отдаю. Бессмертное произведение Натали Грейс «Сидеть на ступенях Гранд-Опера». Сидеть на ступенях Гранд-Опера, говорить обо всем с тобой. Будет осень порывиста и щедра, и с обоих сердц упадет гора в океан любви голубой. Маннергейма дом покажу тебе, не какой-нибудь финский сейл. Мы с тобой вдвоем упадем в купе так легко, как письмо на мейл. И по Красной площади мы пойдем, как не шел никто никогда. Мы друг друга легко, глубоко поймем. Лед и пар, и вода, вода, вода.
останавливать время, хватать луну за холодный белесый бок, прыгать в море и камнем идти ко дну, каждый чувствовать волосок. И еще так много всего, давай, будем делать с тобой вдвоем, ранним утром в кафе пить горячий чай, перемешанный с ноябрем. Шла девочка, Маша, ноябрь. Широким шагом летела, справа белел декабрь, слева осень желтела. Гудела внизу Нева, резали небо птицы. Вечерняя синева ласкала ее ключицы. Волосы ветер плел, словно поэт стихами. Тумана густой ментол сливался с ее чертами. И кофе почти остыл, засахарил холод в чашке, и кто-то о ней забыл, как сон ненужный, вчерашний. Но вечер сменила ночь, и девочка повзрослела. Холодный кофе точь-в-точь был тот, что она хотела. Утро венчает день, глоток, тишину ночную, сладкий, словно сирень, что вновь весна нарисует. Чашку она взяла, край поцелуем мечен. Только она могла так отмечать свой вечер. Девочка Маша ноябрь летела под облаками. Справа стоял декабрь с белыми берегами. Луны ночная нагота течет на хризантемы. Закрыть окно, прогнать кота, слагать тебе поэмы и пить чудесное венцо за обнаженность встречи, ласкать восторгами лицо и маленькие плечи, и бесконечно созерцать кофейный сумрак ночи и про любовь тебе шептать без сладких многоточий. Пускай не будет седины в твоих простых решениях, когда сомнения бледны в случайных откровениях. В печи вечерняя зола вздохнула и сгорела. Забыть занудные дела и выпорхнуть из тела. Благодари за то, что ты вторую жизнь мне даришь, за долгожданность теплоты, что кофе утром сваришь, за то, что дышишь ты весной, цветешь, как незабудка, смешишь наивной чепухой. И, дорога, минутка, лететь небесным кораблем от боли и возмездия, кружиться дымками вдвоем и проникать в созвездия, и трогать шелковость волос и заплетать их в пряди, и целовать твой милый нос словами из тетради. И последнее стихотворение нашего первого бессмертного и незабываемого блока называется «Я и то, и все». Оно такое шутливое чуть-чуть, но и при этом вполне серьезное. О том, как частенько в жизни хочется, чтобы шарик попал в лунку, а все мимо, 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 мимо. Я и то, и все, я и та, и апатия, и суета. Я и эх, и ох, я и ух, а я и тело, душа и дух. А я и о, и про, я и за, я и смайл, и вода, слеза. Я и соу, и ес, и иф, я и лодка, но я и риф. Я и ай, я и у, и ой, что и те, и не те со мной. Я и да, я и нет, и но, я и мед, и вина, вино. Я и та, и не та, и ну, я и а, я и о, и у, я и так, и сяк. Кто же я, а я сама своя, не своя! Ура, товарищи! Гениальные клавиши, гениальные клавиши, гениальные клавиши, гениальные клавиши. Каждый из вас способен на большее. И я дам несколько схем, которые однозначно убедят вас в этом. И первое понятие, которое мы разберем, оно, казалось бы, в книгах уже мелькало. Называется оно видение, не видение, а видение. Что такое видение? Способность увидеть всю картину целиком.
Так и запишем, да, способность увидеть всю картину целиком. Картину бизнеса, картину мира, картину взаимоотношений, картину картины, которую ты пишешь маслом на холсте. То есть до того еще, как ты начал видеть все детали. Пример. Меня поразил здесь подход одного человека, лишенного видения. Мы договорились, как эти парни появились здесь, мы договорились, что одна учительница музыкальной школы пригласит двоих совершенно гениальных деток сыграть. Должна была играть стихи с детьми. Да не тут-то было. Прихожу в зал, понимаю, что пианино нет. На всякий случай звоню и говорю, а какой будет инструмент? Инструмент? А что, вы разве не принесете мне пианино? Услышала я. И говорю, понимаете, я в городе Астрахань не могу принести пианино. Тем более обычно вот каждый музыкант приходит со своим инструментом. Я прихожу с микрофоном, вы приходите с блокнотами. А как-то насчет пианино мне такое даже в голову прийти не могло. Ну что же делать? Я начала искать пианино. Я искала пианино, и я не находила пианино. И я снова искала его и не находила. Потому что мне нашли пианино. Ну, Наталья Евгеньевна, оно без подставки. Знаете, Наталья Евгеньевна, у моей подруги есть пианино с подставкой, но она не дает пианино, дает только подставку. Все это чудесно. Но это называется лишняя информация, к сожалению, для меня. И я ей сказала, знаете, вы все-таки учитель музыкальной школы. У вас есть много знакомых. Вы живете в городе Астрахань, наверное, не первый день. Пожалуйста, поищите пианино, чтобы ваши воспитанники могли выступить у нас на мероприятии, а я могла с ними повзаимодействовать и сказать этим двум чудесным девочкам те слова, которые могли бы их вдохновлять всю оставшуюся жизнь. Ага. Утром она... Я уже отрепетировала ночью, 3:30 утра, все решила, договорилась с ребятами, нашла замену. А святое место пусто не бывает. И утром, когда я уже в мыле собираюсь, вот так вот, как лошадь, раздается звонок. Наталья Евгеньевна, вы нашли пианино? Я говорю, вы понимаете, и мне начинается, вы не нашли все-таки пианино. То есть вы пианино, я правильно понимаю, пианино вы не нашли? Она мне говорит. Какое отношение эта ситуация имеет к видению? Если ты понимаешь, что тебе надо выступать, вот если бы я была учителем музыкальной школы, и мои воспитанники, двое, трое, не знаю, там один, должен, мой сын, моя дочь, я сама должна была выступать, я бы пришла туда заранее посмотреть, что за зал, не будет ли там душно моему ребенку, что за инструмент, правильная ли высота инструмента для моей малышки, потому что у нее ножки еще маленькие, ручки маленькие, нужна определенная высота стульчика, я уже это понимаю, хотя я сама не пианист, я понимаю, что это нужно сделать. Я должна посмотреть, поговорить со звукооператором, чтобы колонки не фанили. Представьте, ребенок начнет играть, а колонки начнут фанить. И что будет с моим ребенком? Истерика, стресс? Она потом не сможет выступать у меня где-то или что? Я должна спрятать эти все удлинители, чтобы это все нормальненько так смотрелось на видео. Понимаете, это барахло все, которое попадает. А его нужно убирать. Прятать его нужно, прятать, потому что мелочей нет в жизни. И когда я вижу, что вот это все целиком произошло, и одеваю ребенка, и репетирую с ним, вообще-то на репетицию неплохо было бы приехать, то я вижу эту картинку целиком до того, как она реализовалась, потому что жизнь обязательно внесет свои коррективы, обязательно внесет изменения. Если вы не готовы, то вы выдадите не более 50% того, что вы выдавали на репетиции, не более 30-20%, поэтому вы на репетиции должны выкладываться просто бешено. Пианино. Я про это пианино теперь, я не знаю, я буду помнить годами и на всех лекциях рассказывать, что учитель музыкальной школы своим воспитанникам не обеспечил пианино в городе Астрахань. Вот без этого видения запишем, да, все это сказки для бабушки глухой напротив. Ничего не поможет вам в жизни, если нет видения, вот и все. Развивайте способность видеть процесс целиком. Трусость. Разберем вот это дело. Трусость. Людям страшно все. После того, как я уеду, будет просто волна увольнений, я знаю. И слава Богу, аллилуйя. Трусость. Люди боятся реально всего. Подойти на ресепшн, попросить завтрак в номер, это страшно, вдруг откажут. Страх перед отказом, боятся признаться в любви, боятся показаться белыми воронами, боятся осуждения.
боятся, что начнет бизнес и не получится. То есть это не просто страх, что тебе там зуб будут сверлить. Это страх быть непонятым, непринятым, не таким, не сяким. Нужно учиться не нравиться людям. Запишите это. Просто тупо учиться не нравится людям. И иногда им просто говорить то, что вы думаете о них, подвергая себя давлению осуждения с их стороны. И когда вы пытаетесь всем угодить, это очень плохо заканчивается, товарищи. Чем это, например, может плохо закончиться? А я вам объясню. Был такой известный человек, Дейл Карнеги, который написал книгу, которую наверняка вы многие читали, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». «Женись на старухе», «Говори ей кучу комплиментов», «Заключи с ней брачный контракт». Он работал на радио и однажды чем-то выбесил слушательницу. Она взбесилась и наговорила ему кучу дерзостей. Он обиделся, естественно, и решил ей написать ответ, письмо. То есть он сел и написал гневный ответ о том, что она конченая сука. И все это он написал вежливо. Но потом он вечером что-то устал, голова заболела, письмо как-то он не отправил, как-то ей не передали, на следующий день он немного остыл, и вместо «конченая сука» он применил немножко другие слова. «Вы сука с перспективами, но вот если вы немного изменитесь и посмотрите на себя с другой стороны». В этот день что-то помешало ему опять отправить это письмо. На третий день он подумал, что я старую бабу буду вообще там унижать, там растаптывать, у нее уже жизнь прошла. Так ее пожалею, скажу, что она классная, извинюсь перед ней. Он решил еще с ней встретиться, подарить ей цветуёчек, угостить кофеёчком и произвести хорошее впечатление, чтобы она, не дай Господь, не поднагадила там где-нибудь в СМИ, ему репутацию не подмочила. А что он, собственно, и сделал? И чувствует, теплеет у него все, теплеет отношение к ней. А потом она его пригласила на вторую встречу, потом на третью, потом первый поцелуй. Потом они, короче, они поженились. И эта женщина подгребла под себя все его дела, оформила на себя всю его недвижимость, умудрилась заключить брачный контракт. Таким образом, он человек творческий был, на все рукой махал, просто подписывал, что при разводе все остается ей, а ему остается зеро. И тут она раскрылась во всей своей ужасающей красе, и он понял, что правильным отношением к ней было самое первое письмо и автоматическая реакция мозга о том, что она конченая сука. И он ей говорит, я с тобой развожусь. А она говорит, ну, мало того, я у тебя отберу все, я тебя еще уничтожу морально, и я тебе такую репутацию создам, что ты других людей учишь, как жить, а у самого-то у тебя ничего нет, ни кола, ни двора, еще с женой развелся и потерял семью на старости лет. Шантажом она его окончательно довела, стал ходить к психологу, получать консультации о том, как все-таки примириться со своей женой, вот такой прекрасной. От тоски он заболел раком. А все почему? Потому что самое первое письмо он не отправил, а оно-то и было истинно верным, товарищи. Учитесь не нравиться людям, учитесь говорить им. И если к вам садится, она же и такая вот прям сладость, такая прям вот медочек, сахарочек, жди говнеца. Я предлагаю сегодня поработать в более живом ключе. Кто хочет прямо сейчас избавиться от страха навсегда? Я помогу это сделать на сцене так. Вы же ничего не боитесь. Да вот, стоматолог. Ладно, начнем с мужчин. Давайте, похлопайте. Напишите телефон и нарисуйте зуб. Нет, мой. У нас в Питере, если кто-то был, на Васильевском острове есть старинная аптека доктора Пеля и сыновей. Доктор Пель, немец, не гнушался никаким заработком. Он человек был исключительно гениальный в плане коммерции. И дошел даже до того, что делал одни из первых имплантов. Как он это делал? Он покупал зубы здоровые у людей. Какой-нибудь Ванька приходил к нему и передний зуб свой, или клык, или пятерку, из здорового белого своего крестьянского рта давал спилить диском.
Один зуб, один серебряный рубль. Потом в этот зуб вкручивался штифт, с другой стороны его покрывали золотом, и он ввинчивался в челюсть богатой твари, которая ходила с Ванькиным зубом. А этот парень использует искусственные импланты. Насколько же он моральнее доктора Пеля? Вы не покупаете зубы по ночам? Я предложила вам избавиться от страха. А с чем вы считаете, у вас страх есть какой-то, или он с чем-то связан? Что это? Мы можем лезгинку сыграть? Или что-то типа лезгинки? Похлопаем! Ура! Один! Ух ты! Спасибо большое. Есть такая вещь, как презентация за 90 секунд. Запишите, пожалуйста, этот приемчик себе. Каждый из вас, если он что-либо предлагает этому миру, должен успеть за 90 секунд рассказать, что же это за, я не знаю, там, услуга, товар, продукт. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, за 90 секунд, чем ваша стоматология лучше остальных? Сервис. Качество. Желательно повернуться к публике лицом, писать это не ваше. Нет, вам нужно себе прошивать. Докторский почерк, непонятно. Прячется от аудитории. Ну, давайте, смотрите, ваше имя? Магомед. Наша самооценка базируется на двух вещах. На нашем мнении о себе – раз. На мнении людей о нас – два. К сожалению. Сейчас я поработаю с одной частью самооценки, с той, которая зависит от чужого мнения. Скажем, о каких-то явных достоинствах, таких очевидных, заметных Магомеда, которые вы видите. Что это может быть? Из зала, прямо в голос. Мужественный, еще. Стильно одет, отлично, еще. А? Харизматичный мужчина, еще. Скромный. Да, держится с достоинством, но скромно, еще. Достойный. Серьезный. Смелый. Вышел. А? Успешный, да, это привлекает. Когда у человека есть свой бизнес, это привлекает. Еще? Галантный, да, еще? Смелый, хорошо танцует, так, артистичный. Ну, думаю, что с этой частью хорошо. А есть еще часть нашей самооценки, которая зависит от моего внутреннего «я». И запишем, пожалуйста, прием. Сейчас на Магомеде вам его покажу. Каким образом работать с образом внутреннего «я». Был такой доктор Максвелл Мольц, пластический хирург в Соединенных Штатах. Одна из его работ, которую он написал, называется «Смысл жизни». И он обратил внимание на то, что когда пациентам делаешь поменьше нос, поближе уши к голове пришиваешь, меняешь форму подбородка, иссекаешь родимое пятно огромное волосатое, какие-то бородавки, человек говорит: «Доктор, нос стал меньше, но ничего не изменилось». И он пытался детализировать их внутреннее вот это состояние, что означает, что они вкладывают в эту фразу «ничего не изменилось», а не изменилось вот это состояние внутреннего горбуна, который продолжает сидеть, нос стал меньше, но ничего не изменилось. И он создал метод, который называется «метод 21 дня». 3 минуты в день. 5 минут в день, каждый день, как курс антибиотикотерапии, 21 день человек работает с новым образом внутреннего «я». Создаете лучшую голливудскую версию себя на бумажке. Например, вы придурок, а вы пишете: «Я умный». Вы конченая свинья в быту, и у вас ноги к полу дома прилипают, а вы пишете: «Я аккуратный, собранный человек». Вы постоянно опаздываете, вы пишете: «Я организованный». Вы конченый трус, и вы пишете: «Я смелый человек». Вы жлоб, и вы пишете: «Я щедрый мужчина». У вас руки растут из тазобедренного сустава, но вы пишете: «Я отлично готовлю».
Вы тухлячка, но вы пишете, мне скажи, днем улучшается энергетика. Нет, Инстаграм это для других, а здесь мы с собой работаем. Понятно, что там все хорошо всегда. И настолько хорошо, что ты думаешь, что ну все, тебе просто нет смысла жить. Потому что на том фоне, на котором у всех такая охрененная жизнь, ну твоя жизнь, это просто... Это даже не поддается описанию. То есть тебе надо просто избавить мир от себя. Потому что кроме мусора, каждый день мешка мусора и 20 тонн мусора в конце жизни, ты ничего этому миру не приносишь, когда у других. И эти бородатые головы выставлены такие хорошие в Инстаграме. У всех есть бородатая голова, тебе нечего предъявить. Нечего предъявить. Ты звонишь, вызываешь, фотографируешься с бородатой головой, чтобы выставить, выложить подружкам. Вот она я в самолете, вертолете. Сейчас такой сервис есть. Платишь 20 тысяч, приезжает Кадиллак с бородатой головой. Или с буферами. В зависимости от задачи. Сервис показух – это не то. Я говорю о том, чтобы сформировать лучшую версию самого себя. Вы нетерпеливый человек, а вы пишете, я сдержанный, терпеливый человек. Вы завистница, сплетница, а вы пишете, я сдержанная, благородная женщина. Белая кость, голубая кровь. Вы поняли, да? И вы выписываете это все, и с детьми можно работать. Дети мгновенно это усваивают, и у нас есть в мозге зона, которая отвечает за самоидентификацию, да, самоосознание. И вы понимаете, что вы Маша, Оля, Коля, Дима, Наташа и так далее. Это единственная вещь, в которой мы полностью уверены, что меня Наташа зовут, а вас Дима, да, или Славик. Во всем остальном мы сомневаемся, в том, что мы достойные люди, мы красивые люди, мы достойны любви, что у нас все получится, что мы заработаем хороший капитал, что у нас будут верные друзья, что мы не останемся одинокими в старости, у нас не вырастет опухоль. Мы просто в этом всем сомневаемся очень сильно. Поэтому, когда я говорю какую-нибудь фразу и добавляю «я, Наталья», слова из зоны сомнения попадают в зону кровоснабжения, сразу двух зон идет, там, где я говорю «я умная» и там, где «я, Наталья». И потом, когда уже говорят «Наталья», у меня по биообратной связи начинает работать кровоснабжение, активация тех зон коры головного мозга, которые говорят мне, что я умная, красивая, достойная и так далее. Поэтому я сейчас кидаю фразу Магомету, а он повторяет фразу и добавляет «я Магомед», «я добрый». Нет, вы говорите, я добрый, я Магомед. В микрофон. Похлопайте Магомеду, ему трудно сегодня. Я добрый, я Магомед. Я люблю свою профессию. Я люблю свою профессию. Я обожаю ее. Я Магомед. Я Магомед. Я щедрый мужчина. Я щедрый мужчина. Я не просто сказал, так есть. Так, я щедрый мужчина. Я щедрый мужчина, я Магомед. Я Магомед. Угу. Девочки, обратите внимание на этого мужчину достойного. Трое детей. Ну, щедрость же, она бывает еще профессиональная, вы понимаете, он может же еще соседний зуб отбелить. Так вот, я принимаю себя со всеми своими особенностями и недостатками. Я принимаю. Принимаю себя с особенными недостатками? Со всеми своими особенностями и недостатками. Особенностями и недостатками. А вот у меня есть... Я Магомед. Да, и у меня есть профессиональный такой вопрос. Мой стоматолог мне говорит, Наталья Евгеньевна, а вы хотите отбелить зубы? А я говорю, что это такое? Она говорит, ну такую берешь пасту и направляешь такой свет в зубы, и она всасывается, и изнутри зуб будет белым, будет сиять. А я говорю, что мне, разве не единица, самая светлая эмаль, и все хорошо, будет ослепительно, как у меня. Как вы считаете, это нужно процедуру делать, или она портит эмаль? Если дело профессионально, но очень доказанными методиками, и... А вы себе делали? Отбеливание? Да. Делал когда-то. Когда? Сколько времени эффект держится? Разная система, разный эффект. А какая система хорошая? И как мне проверить стоматолога, будет ли это хорошо или будет плохо? На сегодняшний день самый топовый, почти 86%. Это статистика такая. Россия – это Zoom 4. Zoom 4 я запишу. А если она мне скажет, что Zoom 4, а сама другое использует? Вы можете проверить это индивидуально. На каждый перед вами открывает коробку и... А вдруг потом пожелтеет или развалится? Потом мы все умрем по-любому.
и мы продолжаем. У меня отличное чувство юмора. Я Магомед, это нужно быть. Магомед, и у меня отличное чувство юмора. Я нравлюсь себе. Я нравлюсь себе, да. Ну, я Магомед, да. Я роскошный любовник. Какой любовник? Роскошный. Я шикарный любовник. Я шикарный любовник. Любовник, я Магомед, да. Да. Я превосходный отец. Я превосходный отец. Да, да, супер. Я Магомед. Я достойный муж. Я достойный муж. Я Магомед. Мои родные могут положиться на меня. Мои родные и окружающие все должны положиться на меня. Я Магомед. Я умею дружить. Я умею дружить. Я Магомед. Я могу дать вторец. Что дать? Вторец, вторец. Я могу дать вторец. Я Магомед. И полагаю, я лучший стоматолог в Астрахани. Я один из лучших стоматологов Астрахани. Я Магомед. Видите, еще маленькая скромность, которая дополнительно располагает нас к этому прекрасному человеку. Похлопаем. Всем спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. А знаете, мне нравится работать с вопросами из аудитории. Если есть вопросы, можно задать. Да. Вы можете для ребенка, например, вы видите, что он неряха, а вы делаете фразы: «Я аккуратный, я Иван, я добрый, я Иван, я уважаю маму, я Иван, я забочусь о бабушке, я Иван». Дети программируются очень легко. У меня отличные математические способности. Я Иван. У меня золотые руки. Я Марина. Я становлюсь сильнее. Я Андрей. Я привлекаю любовь, я Маргарита. Свет наполняет меня, я Наталья. И так далее. То есть вы можете абсолютно любую вещь, но поймите, если всю жизнь ел чеснок, мало одной ванильной булочки. Мало, 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 мало. Поэтому если вы 1000 раз за год повторяете: «Я идиотка, дура, козлина, тупая», и один раз скажете: «Я умная, красивая, хорошая», ну, массой надо брать, массой напишите. ТБК. Тупо брать количеством.